9 специалистов, 2 единицы техники, динамит и серия взрывов на реке Арсеньевка. Это не показательные выступления МЧС, а противопаводковые работы. По мнению спасателей, такие меры должны защитить стоящий рядом мост от разрушения, а также спасти близлежащие поля и поселки от наводнений. Работает оперативная группа Главного управления и администрации Приморского края. 9 человек, 2 единицы техники. Все мероприятия спланированы и, безусловно, у нас данное мероприятие проходит именно по традиции с Яковлевского района. Прежде чем отправиться на место, сотрудники оперативной группы собирают заявки с глав муниципалитетов, где можно, а главное нужно провести подрывы. В этом году начали с Яковлевки. Есть. Серии взрывов предшествовала большая подготовительная работа. Пробурили лунки, заложили взрывчатку и после того, как сотрудники полиции оцепили местность, нажали на кнопку «Пуск». Толщина льда на этой реке от 40 до 70 сантиметров. Он еще вполне устойчив и без постороннего вмешательства растает не скоро. Работы по вскрытию реки Арсеньевка дали старт противопаводковым мероприятиям в крае. Далее команда МЧС отправится в Красноармейский район, где проведет еще ряд подрывов льда. Нелли Булатова, Денис Семисинов, «Панорама».